Это обыкновенная палата. Трехместная. Таких кроватей закупили 270 штук. Центральная городская клиническая больница теперь может похвастаться новенькими отделениями. Обновление здравницы ведется поэтапно. Начали с отделения хирургии, микрохирургии глаза и лор-отделения. Заменили освещение, водоотведение, канализацию и отопление. В некоторых кабинетах ремонта не было с 80-х годов. В отделении медицинской реабилитации закупили современное оборудование. Велоэргометры для восстановления функции нижних конечностей, лестницы с разной высотой для улучшения функции ходьбы, вертикализатор, чтобы пациенты могли принимать вертикальное положение. Это оборудование, которое мы получаем по программе «Оптимальное для восстановления здоровья, медицинская реабилитация». Еще пока у нас не все прибыло, но мы ждем. Это вообще уникальная возможность, потому что это оборудование действительно помогает восстанавливать пациентам с нарушением функции центральной нервной системы. То есть это и инсульты, и травмы головного мозга, и операции на головном мозге. Продолжаются работы в инфекционном отделении, а также в операционном блоке. Здесь не было масштабного ремонта с момента основания больницы. На очереди второе хирургическое и урологическое отделение. Капитальный ремонт завершили и в детской поликлинике на улице Тельмана. Привели в порядок фасад, внутренние коммуникации, кабинеты, обустроили регистратуру открытого типа и колясочную. Стены окрасили в яркие цвета. Кстати, ремонт удалось перенести на год благодаря опережающему финансированию. Ну как вам медперсонал? Вообще давно очень знаю эту поликлинику, знаю врачей, знаю медсестер. Очень нравится персонал, все очень отзывчивые, все добрые. Вот ремонт сделали. Ремонт сейчас замечательный, я вообще прям в восторге. В этом году обновление ждет еще 18 детских поликлиник. Ремонт проходит по нацпроекту здравоохранения, инициированным президентом Владимиром Путиным. Анна Тищенко, Улправда ТВ.